Вот так вот, ребята, происходит обстановка. Князь Волконки. Это вот, где у нас умывальник. Вот так вот. В раковине для мытья ног. Это простые умывальники. И пошло, 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 пошло. И, соответственно, с другой стороны такая же. Вот есть у нас тут туалет. Вот так вот завален. Нас завезли вчера вечером, вот так вот, даже посрать никак. Воды нет. Вот, вот такие вот у нас полы в казарме. Сейчас покажу, где должен стоять дневальный пороте, вход в казарму и тому подобное. Да, ничего страшного, пускай говорит. Вот. Вот так вот мы заходим в казарму. Тумбочка дневального пороте. Все вот, вот так вот, 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 да, вот, да? Ребята, да, вот так вот все показывают все, вот так, всем, короче, что у нас вообще здесь происходит, нахуй, как мы живем, какие у нас условия. Я даже, если честно, со вчерашнего дня не жрал, блядь. Вот так вот мужики сидят. Мужики, можно, да, вот только, ну, лица не буду, там ноги. Положуху нашу. Тут делать вообще, не едьте нахуй сюда. Ни одного офицера не можем найти, чтобы нам дал полный ответ, что вообще происходит. Один обритый, да? Как-то вот так вот. Он и кут здесь, короче, здесь. Все тут. Я там с пацанов. Так, и сейчас покажу второй туалет. Где такое видано? Армия России. Вот наш штаб. Второй. Вот такая вот. А я вот, короче, зарублюсь. А тут вот так вот, понимаешь, просто вода. Вода и также в квартирах. Вот. Дючка полная. Вообще, как выживать? И ничего не говорят.